друзья, сегодня мы приехали в Святую Могилу. Делегация Прикубанского совета ветеранов города Краснодара. Я Ряхин Александр Владимирович, председатель совета ветеранов, мой заместитель Добронин Сергей Анатольевич. Мы посетили это место в преддверии 9 мая. Здесь в Великую Отечественную войну и в современной истории проходили тяжелые бои. Наши защитники положили жизни свои, не щадя крови, на защиту Отечества, били за эту высоту. И благодаря им мы сейчас стоим здесь и можем с вами разговаривать и передавать приветы. Мы хотим поздравить вас с наступающим Днем Победы и пожелать мира, счастья, мирного неба над головой, чтобы никогда больше не повторились ужасы войны и не возродился неонацизм. С праздником, друзья!